Подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу. Райская VIP 2 штуки 3 на 6. Пока приехали, разгрузились. Начинаем сборку. Каркасы мы установили. Теплиц. Сейчас начнем крыть. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня две теплицы. Уральская VIP. Размер 3 на 6. Идем смотреть. По торцам у нас двери с форточками. Вот тут местные жители. Ага, сейчас кинется на меня еще. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 20 на 40. Основная арка подпирающая 20 на 20. Арки в виде фирм. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоят обе теплицы на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. В каждой теплице у нас есть два форточных блока на термоприводах. Поликарбонат 4 мм, плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Это две абсолютно одинаковые теплицы. Вторая теплица, сейчас форточный блок докручивается, последние саморезы. И тоже будет готово. Все то же самое, два форточных блока, поликарбонат 4 мм 0,8 на брусе, стоит 100 на 100, закреплено, все выровнено, все красиво, отлично. Вот такие две красавицы уральские VIP у нас получились. А у меня на этом все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, всем пока.